Но мы выдаем вам, сейчас мы переходим к торжественной части, мы выдаем вам несколько дипломов. Ну, во-первых, за окончание первого семестра, и вы можете поставить, открыть новую страницу у себя на блоге, да, новую вкладочку и поставить там название «Мои дипломы» или «Мои награды». И мы выдаем диплом об окончании первого семестра за победу в конкурсе блогов. Вот сейчас мы перейдем к этому. Вот, и за победу в конкурсе видео. И у нас еще есть рекомендаторы, которые рекомендуют людей к нам на курс. Те, у кого люди закончили курс, они получат от нас подарок, и они от нас получат тоже диплом. Итак, давайте перейдем к конкурсу. Первый конкурс блогов. Мы не сильно придирались к фотографиям, потому что, ну, вы просто не успели, может быть, сделать фотографию. Но я надеюсь, что вы поняли. Пересмотрите еще раз ДЗ номер 2, какую фотографию надо поставить, потому что фотография играет важнейшую роль для того, чтобы люди к вам притянулись. Но, скажем так, дизайн мы большинство помогали делать, и единственное, что вы делали полностью самостоятельно, это ставили гаджеты и располагали модули блога. И теперь конкурс. Ну, на третьем месте у нас никто не оказался, так получилось. На втором месте тоже никто не оказался. А вот на первом месте у нас есть тут несколько человек. Это Алексей Патрушев, Виктория Гончарова, Елена Поздняк, Зоя Новакова, Татьяна Башкирцева, Татьяна Суханова и Юлия Дунаева. Если я не очень правильно называю ваши фамилии, вы меня, пожалуйста, извините, но давайте похлопаем этим людям восклицательными знаками, что ли. И есть у нас еще несколько человек, у нас же есть еще главный приз. И мы очень переживали, когда выбирали этих людей, и ну, не смогли остановиться на одном человеке, и у нас несколько человек получили главный приз. Итак, главный приз Гран-при получило 4 человека. Вот наверху вы видите, да, вот здесь. Это Ирина Будникова, сам себе психолог, очень интересная тема. В этом блоге она будет рассказывать о том, ну, как справляться с психологическими проблемами и приводить себя в порядок самому. Следующий блог – это Татьяна Никанорова. У нее такой женский блог «Между нами девочками. Разные женские проблемы, которые можно обсуждать и решать». Причем шапки вот у них из каталога. Вот следующие двое – это заказные шапки «Секреты Аллы Паниной». Алла всю жизнь, да, храбрая портняшка, и она на этом блоге будет рассказывать, как ремонтировать одежду, как правильно подбирать одежду, как переделывать одежду и так далее. Но кто живет с ней в одном городе, может стать ее клиентом. Но здесь может быть очень много полезных советов для женщин и мужчин, да, как обращаться со своей одеждой. И еще один блог Марина Якута, тоже «Мир женщины», в котором она будет рассказывать о том, как и дом содержать. Да, вы видите здесь на шапке у нее и заготовки, и шитье, и вязание, там, рукоделие, и как быть просто красивой женщиной, за собой следить, и как быть еще и бизнес-вумен. Вот такие вот у нас главные победители. Давайте им снова хлопать, восклицательные знаки. Мы их поздравляем, они очень старались, молодцы, и у них, конечно же, очень интересные темы. Вот это наши победители в блогах. Теперь следующий конкурс, это у нас конкурс видео. По каким критериям мы тоже отбирали людей? Конечно, очень важна история видео. История такая, которая вызывает эмоциональный отклик. Конечно, качество изображений важно, музыка большую силу придает этим видео, ну, какие переходы, эффекты. Ну, название вы еще особо не умеете выбирать, со временем научитесь. Ну и описание на YouTube, это нужно уже для вас, для раскрутки, чтобы вы могли зарабатывать на партнерке. Итак, третье место. Алексей Патрушев, Татьяна Суханова, Татьяна Башкирцева. Второе место. Татьяна Никанорова.
В одиночестве она у нас здесь оказалась. Первое место Марина Якута и Алла Панина. И есть у нас еще главные призеры, гран-при. И тоже мы не смогли выбрать одного человека. И у нас здесь два человека, Ирина Будникова и Виктория Гончарова. Давайте им хлопать. И вы знаете что? Я хочу вам показать их видео. Они, конечно, очень старались, девчонки молодцы. Единственное, Виктории я бы посоветовала перед тем, как она ставит титры, все-таки проверять ошибки, потому что пропущено ошибок много. Но для первого видео это очень классно. Итак, давайте посмотрим видео наших главных призеров. Сейчас мы их выберем здесь. Итак, видео Ирины, да, мечты сбываются. Смотрим. Ну, настала пора хлопать. Она, конечно, молодец, Ирина. Ей очень трудно давался курс, потому что с техникой она очень плохо дружит. Видео это она переделала 3 раза. Я ее гоняла. То картинки не те, то ролик не вызывает эмоционального отклика. Но в конце концов сделала хорошее видео. И, видите, получила гран-при молодчина. Но теперь мы посмотрим видео второй нашей призерши. Смотрим.
Вы знаете, вот в этот раз совершенно правильно поговорка «не боги горшки обжигают». Виктории очень тяжело давалось тоже. Все это технически было так сложно, так тяжело. Но она так старалась, и, естественно, вот получила фантастические совершенно результаты. Но заслужила это, потому что человек очень старался. Вот, и вот получились такие результаты, и фантазию проявила, и с юмором. И она действительно просто билась за свое место под солнцем. И я думаю, что у нее в конце концов и бизнес пойдет, да, все получится. Ну, и что я вам хочу сказать? Да, еще вот у нас рекомендаторы, я не буду их перечислять, мол, кто из них победил, когда на следующей неделе все доделают свои уроки. И вот на следующем сайте вы видите мою любимую картинку. По-моему, еще интернета не было, эта картинка уже всюду гуляла. «Никогда не сдавайся». Ну, у нас была игра, да, и кто-то вылетел из игры, но продолжал учиться, а кто-то остался в игре, и их не так много. И я вам на одном из мастер-классов говорила о том, что есть дела срочные, есть дела важные. И вот некоторые не успели, да, вовремя что-то сделать и из игры вылетели. Или остановились, потому что, ну, они как бы их перебили срочные дела вместо важных. И вот Виктория, кстати, в своем фильме, она говорила о том, что ее жизнь изменится. Потому что срочные дела, ребятки, они никуда не деваются, они всегда будут. А вот важные дела, они меняют нашу жизнь, они делают ее лучше, они делают ее качественнее. Вы можете, конечно, в следующий раз с новым проектом снова попробовать и все-таки остаться в игре и добиться результатов. Но еще раз вам хочу сказать, никогда не сдавайтесь. Потому что, может быть, какие-то ваши срочные дела, ну, не так уж много времени, наверное, у вас заняли бы занятия, чтобы вы все-таки остались в игре. Мы, конечно, за вас очень болели, но получилось так, что люди сдались. Итак, кто у нас в игре остался, но не занял, к сожалению, призового места, это Ирина Будникова. Ой, как тяжело ей технически было, у нее проблема вообще с техническими вопросами. Но вы представьте, она же побила все рекорды. Приз за блоги, гран-при она взяла, гран-при за видео она взяла, и все-таки в игре осталась. И вот ко мне надо будет обратиться, Ира, и на 2040 рублей она сможет получить от нас какие-то наши коллекции, какие-то наши курсы. И, может быть, там придется немножко доплатить, но, по крайней мере, вот скидку на эту сумму она может получить. Так что мы поздравляем, да, она просто молодец. И вот человек, которому было очень тяжело, она все-таки это пробила и дошла до конца и не вылетела из игры. И очень ей сложно было, и сначала она мне все время говорила, я это делала, я вот так это делала, когда я говорила, что что-то не так. А потом я говорю, так, мы не тратим время на то, что ты со мной споришь, что ты так делала. Наверное, что-то сделала не так, раз так получилось. Чудес не бывает. Итак, на третьем месте у нас, да, сейчас пошли уже места, Алла Панина, хлопаем все ей обязательно, там восклицательными знаками. Она получает от нас подарок вот на 8000 рублей. Курс «Инструменты для заработка на партнерках». Вот сейчас, когда пойдет продажа, сегодня она уже началась, да, ей покупать не надо, у нее этот курс уже есть, тоже надо будет обратиться ко мне для того, чтобы я открыла доступ к этому курсу, и в этом курсе ей еще понадобится страница захвата, ну, значит, ну, Ада подскажет, ее спонсор, как выбрать страницу захвата, и она тоже получит ее от нас в подарок. Вот это наше третье место в игре. Второе место в игре, призерша у нас Татьяна Суханова, мать-героиня, куча детей, да, и все равно не сдалась, все сделала, что нужно было сделать. И вы видите, здесь получает она целую кучу курсов в подарок, вот кричит «Ура!», молодец. И, значит, первый и второй курс по созданию видео, инструменты для заработка на партнерках, графический конструктор и страницу захвата.
Ну, еще потом, может, прикупит говорящие персонажи, концовки, там, заставки. Ну, самое важное, это, наверное, видеошаблоны для создания видео, тоже очень классно. Итак, тра-да-да-да, первое место, ребята, первое место. Первое место на 60 тысяч рублей. Все наши курсы плюс страницу захвата Марина Якута. Тоже ей было не так просто, и у нее такой не очень хороший интернет, и слабенький компьютер, и много мы с ней были на связи, но она молодчина, получает все наши курсы. И теперь вперед только зарабатывать деньги. Причем она давно дружит с Академией, она снова пришла и сначала все начала. Ну, просто молодец. Я поздравляю, я очень рада, потому что действительно очень старалась, и это была заслуженная победа у всех ребят. И я вам желаю, чтобы у вас обязательно все получилось. Но как-то мы переживаем, вот действительно болеем за наших курсантов. И от всего сердца вот отдаем им наш опыт, наши знания. Ну и сейчас напоследок несколько советов, да, снова я вам хочу дать. Помните, да, парочку статей в неделю обязательно, 1-2 видео в месяц. Все время набирайте новых друзей, все время пишите комментарии, раскручивайте себя в интернете, принимайте участие в нашем взаимопиаре. Напишите 5-10 статей, начинайте людей приглашать на свой блог из друзей в социальных сетях, из ваших подписчиков. Приглашайте, конечно, в академию. И вот сейчас на вот эти вот курсы, которые у нас будут 1 неделю для заработка на партнерках, 2 неделю по видео, вы тоже можете давать свою ссылочку, тоже на этом заработать. Повторяйте наши уроки и учитесь правильно планировать ваше время для того, чтобы зарабатывать. Ну и самые главные такие советы, чтобы у вас было вдохновение, чтобы была мотивация. Возьмите листок бумаги, напишите на этом листке бумаги ваши мечты. Только не такие мечты, как обычно, хочу виллу на Гавайях и так далее, а что реально вы хотите. Вот о чем, вот сядьте и подумайте, о чем реально вы мечтаете. И обязательно напишите, сколько ваша мечта стоит, потому что любая мечта, да, например, кто-то там живет на Дальнем Севере и никогда не был в Санкт-Петербурге, хочет съездить в Санкт-Петербург, напишите, когда вы хотите съездить в Санкт-Петербург и сколько стоит будет ваша поездка, да, или там еще куда-то. Вот, поставьте цели, да, цели – это что вы должны сделать для того, чтобы к этой мечте прийти. Ну, если кто-то не умеет ставить цели, вы можете ко мне обратиться или к вашим модераторам, я помогу вам ставить цели. Просто разблюдовочку сделаем. Кстати говоря, в этом очень помогает наш курс «Магия интеллект-карт». Вот, ставить цели. И потом составьте четкое расписание на каждый день. Это тоже «Магия интеллект-карт» поможет, и «Хозяин времени». Точно по часам распишите свои действия. Не позволяйте вообще никаким срочным делам нарушать ваше расписание. Вот я все срочные дела делаю между важными. Да? Тогда поэтому у меня и получаются результаты. Точно следуйте вашему расписанию. И самое главное, получайте удовольствие от того, что вы делаете. Вот если вы будете кайфовать на том, что вы делаете, у вас обязательно будут потрясающие результаты. Ну, что еще? Какие еще вам дать подарки? Сейчас вот Татьяна вам даст ссылочку у Академии нашей, да, есть сайт, на котором есть много полезных статей, которые могут вам пригодиться. И все это бесплатные уроки. Поэтому вы можете зайти на этот сайт, подписаться на рассылку, и вы будете получать новости, когда что у нас новенькое появляется. Ну, конечно, изучить то, что там уже есть. Есть у нас еще сайт по нашему проекту «Лучший видеомастер», да, по видео. Здесь есть уроки по видео, есть уроки по программе Camtasia, в которой монтируется видео. И есть много полезных вещей, тоже подпишитесь на этот сайт. Обязательно запишитесь на наш сайт «Взаимопиар все вместе» и участвуйте во взаимопиаре. Итак, еще раз повторю. Значит, с 20 мая по 24 мая вы можете получить курс «Инструменты для заработка на партнерках» по скидке 50%.
и 80% скидка у вас на книгу, название которой продают. И сегодня уже вам, наверное, пришли письма на мастер-класс, так как зарабатывать на партнерках. Хотите, смотрите сегодня, хотите, посмотрите завтра. Значит, следующая игра у нас будет в июне или в июле. Это зависит от того, как быстро мы технически переедем в новый магазин. Ну, взаимопиар все вместе работает все время. И с 27-го, да, это следующее воскресенье, по 31 мая со скидками от 30 до 84% у нас будут продаваться наши все инструменты по видео. И помните, да, если вы покупаете сразу все курсы, кроме шаблонов для Инстаграма, они туда не входят, вы покупаете, во-первых, их с огромной скидкой. Вместо 50 тысяч вы платите за это всего 15, и плюс получаете в подарок курс «Видеошаблоны для Инстаграма». Ну, в принципе, это все, что я вам хотела сегодня рассказать. Спасибо вам, что вы к нам пришли. Спасибо, что вы у нас учились, что вы в нас поверили. И до встречи на курсах проекта «Лучший видеомастер», на вебинаре «Инструменты для заработка на партнерках» и на взаимопиаре все вместе. Удачи вам, друзья, и всего хорошего. Пока-пока. Будем на связи.